уральские пельмени. Вот, и там, знаешь, такой прикол есть. Ну, а они такой игрок. Да. Получается проект? Да, 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 хорошо. Вот. Вот так, да, отлично, да. Когда стоите на голове. Стоит? Да. Вот, вот так будет. Да, да, вот. Вот, вот, а сейчас и есть. Да, да. Да, заходите купаться, да, прямо здесь, да. Урок соционики под водой, в воде, в океане. О, как далеко. Их почти не видно.
Скажи что-нибудь. О, здорово! Молодцы, здорово! Да, здорово! А вот так еще боком, в бок! О, класс! Класс! Включил, сейчас, секунду, теперь я на тебя настраиваю сейчас, вот, так, чуть поближе, вот так, раз, можно, ой, рано нажал, ой, ты специально рано давай нажал, давай еще разочек, да, рано нажал, Машка, давай, ты специально, только ты еще, да, на этом, ну-ка, ой, да, что ли? Давай уж, да, да я понял, да нет, я просто нацелил, да, и все. Можно. Да, сейчас отлично. Отлично, да, здорово. Да-да. Коснулась? Так, угу. Да, отсюда можно. Недалеко старайся, нормально, а да. Поближе прям так, чтобы у тебя получился вход хороший. Да, а ну так сможешь. Я не ныряющий край. Ну вот, чтобы получилось, да. Я и говорю о том, что то можешь стукнуться. Да нет, 2,5 метра, нет, стукнуться так нереально. Нет, стукнуться нет. Ну, в воду-то? Ну. Да. Не, а дно далеко тут вообще. Да. Я уж ныряю так глубоко, давай. И то не достаю. Да. Да, глубоко ныряю и не достаю. Да. О, под водой уже получилось. Под водой уже получилось. А ты не стала так вот прыгать по дуге-то? Ну, давай, плыви сюда. А ты давно ныряешь? Ой, сколько? С 4-го года, наверное. С 3-го. Я так боялась, ты не представляешь. Ныряние? Да, ужасно боялась. Потом как-то так переключилась. Чуть-чуть сдвиньтесь туда чуть-чуть. Нормально, да, так нормально. Сейчас еще перекувырнусь в воздухе. Я тебя классно поймал опять, отлично получилось, да. Отталкивайся ногами, стоя. Не знаю, сама стала получаться. Ты не отталкиваешься, ты падаешь. Хочется, то и ладно. Ножка сделайте разочек еще. Не хочешь, Оль? Плоско получается, да? Нет, ножку сделать вот здесь, в воде просто вдвоем. Нет, она про прыжок. Ну немножко пока плоско. Я сейчас еще попробую, прыгну и покажу вам. Я стараюсь вот подумать, чтобы и войти вот. Головой, тогда не больно, ничего не стучишься, грудь. Да нет, нет, да? Ага. Ну, так. Давайте так это все вместе ножку сделайте. Вот так вот лежа. Ну как в море делали. Только так, параллельно мне, вот так. Так красивее будет. Сейчас. Встретимся.
Класс получилось. Вот, вот уже вошла, да, хорошо. Сейчас я включу аппарат. Просто так вот плыви, откинься, да, и плыви, о, вот так ровно. И ножки вытяни, сложи. О, получилось, здорово, класс. Класс, Оль. Отлично, отлично, да. О, так хорошо. Да. Ну ладно, будем вылезать, да? Да, сейчас. Так что... постой, стой там, подожди, да? Сейчас опять будет полная голова. Нет, а ты возьми нос и... я хочу, чтобы поставила фотографию. Ну давай. Возьми, убери его. Да ничего важного. И прыгай. Ой, здорово. Ну там что-то снял? Ага. Стой вот так, я еще тебе поддержку сделаю. Стой, просто я подтолкну за сверху. Стой так, ничего не делай. Спасибо за поддержку. Спасибо, хорошо. Конечно, это теплый, как вода, как молоко. Да. Слушай, ну он такой лучше творил. Да, да. Я думаю, сейчас будет хуже. Нет, ничего.